Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео хочу вам показать позицию, которой я иногда пользуюсь. Она довольно-таки интересная и неплохая, но раньше я ей пользовался чаще. Это позиция для песчаной реки, для левого респа. Заехать на нее можно только на тех танках, которые быстрые, на медленных вы туда, возможно, не доедете. Даже ИС-7, который ехал впереди меня, получил довольно-таки много, пока подъезжал. Так что имейте это в виду. Также сюда можно подъехать более безопасно, но чуть-чуть дольше. Для этого нужно подняться сначала направо от базы на холмик, а потом вокруг барханчика просто спуститься сверху вниз к этому зданию. Ну и дальше уже дело в шляпе. Остается аккуратно играть, смотреть, где подставляются враги. Сама по себе позиция хоть и неплохая, но она вам просто так ничего не даст. Вы должны уметь ей пользоваться. Здесь есть прострельщики в арках у этого здания. Нужно быть внимательными, чтобы уметь в них стрелять. Также есть кустик, от которого можно подсвечивать, если враги не подъехали близко на центр этой канавы, а стоят там дальше. Если же подъехали, вы можете спокойно бортиком от здания с ними перестреливаться. Они будут, скорее всего, подставлять борта, потому что там по-другому неудобно выезжать. Очень редко бывают, как в этом бою, враги, которые справа умудряются приехать, но с противоположной стороны это здание играется крайне отвратительно. Поэтому чаще всего с той стороны никого не увидите. Но в этом бою ИС-4 приехал и рентгенил, поэтому я вылазил более аккуратно. В целом позиция не очень сложная, если вы умелый игрок. Если же не умелый, то вам придется, возможно, трудно, поскольку следить нужно буквально за каждым врагом, смотреть часто на карту, кто где откадешился, кому можно выехать, дать урон, кого можно подсветить. Все нужно делать аккуратненько, внимательно. В целом, все как обычно. Я так в целом всегда играю на всех позициях. Поэтому для меня ничего нового. Но почему же эту позицию я стал использовать реже, чем раньше? Все потому, что в одном из патчей на левом респе возле базы появился холмик с позициями для ПТ-шек, кустиками и скалами. После того, как эта позиция появилась, правый респ на этой карте стал реже ездить в эту канаву центральную и перестреливаться стяжами. Правый респ чаще всего стал играть с базы, поворачивая направо, и ехать вокруг карты наверх, на горы и на центр вообще забивал. И последнее время так играется очень часто. Поэтому сюда стоит ехать, если тяжелых танков очень много. Поскольку если их будет мало, то есть вероятность, что в центре не будет вообще никого. Этот бой я сыграл на стриме. А стримлю я, кстати говоря, если вы не знаете, на втором своем канале. Поскольку на этом канале до конца февраля возможность стримить заблокирована. Поэтому ссылка в описании, подписывайтесь. Я там играю сейчас на ИС-7, почти взял 3 отметки. Осталось пару процентов. Уже бы, может быть, сегодня взял 3 отметки, но мы знаем, что World of Tanks — это то еще казино. Я жду, когда мне казино даст возможность получить 3 отметки. До 93% я дошел довольно-таки быстро и легко, а сейчас игра начинает делать вид, что это сложно. Но на самом деле, когда казино захочет, оно мне даст бесплатно эти 3 отметки, просто нужно будет спокойно отыграть в свою силу в геймплей ИС-7, а это такие вот позиционочки, как в этом бою, аккуратненько отыграть от хорошей позиции. И в этом, в принципе, ничего нет сложного, главное, чтобы казино дало. У меня есть еще много всяких позиций, которые я могу вам показать. Осталось только их наиграть в реплеях, и я вам их покажу. Кстати, я планирую там после ИС-7 Type-5 Heavy брать. Я знаю, что вы и любите, и не любите этот танк, но я, наверное, буду на нем брать 3 отметки. Поскольку этот танк довольно-таки популярный, а потом с ним что-то сделают, непонятно что. Я особо не любитель этого танка, и сыграв на нем 20 боев, я его продал. Потому что у меня очень высокая статистика на нем получилась, и я понял, что на нем играть чересчур легко. Поэтому я решил не портить рандом своим этим танком. Но поскольку этот танк скоро кончится, а может быть он расцветет, неизвестно. Поэтому нужно его попробовать. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь на второй канал, всем пока.
Thank you.